На площадке ДВФУ сегодня бизнесмены. Те, у кого уже есть свое дело, и те, кто только собирается оформить ИП. Сбербанк и Google запустили программу для развития малого предпринимательства «Бизнес-класс». В ее рамках любой желающий может узнать, как вывести бизнес на новый уровень или начать собственное дело. Владивосток – один из двух городов Дальнего Востока, где проходят очные мероприятия программы. Мы эту программу делаем вместе с компанией Google для того, чтобы у бизнесменов, у начинающих, либо уже действующих, была возможность получить в одном месте очень концентрированно и, самое главное, очень понятным языком те знания, которые они вот в обычной жизни, наверное, нигде не получат. Мы хотим, чтобы бизнес-сообщество стало более образованным, более современным, более понимающим в современных трендах. Для приморских бизнесменов такие курсы – прекрасная возможность восполнить пробелы в знаниях. Программа рассчитана на 4 месяца. Она включает в себя онлайн-модули, видеоуроки и тестовые задания. Также есть офлайн-элементы – наставничество и встречи с опытными экспертами. Такое мероприятие является знаковым, такое как образовательное мероприятие, как бизнес-класс. Ведь посмотрите, сегодня суббота, выходной день, солнечный день. И такая востребованность, такая посещаемость. И я надеюсь, что каждый из предпринимателей, который принял участие в этой образовательной программе, найдет для себя что-то важное и необходимое. Наставников прикрепляют к тем, кто успешно проходит тестирование. Они бесплатно консультируют участников на протяжении всего проекта, помогая освоить новые инструменты развития бизнеса. Сегодня мы будем осваивать методику быстрой, гибкой разработки продуктов, которая называется дизайн мышления. Эта методика сейчас особенно актуальна, потому что конкуренция очень острая, продукты новые выходят на рынок очень быстро. Если предприниматель не умеет быстро придумывать какие-то вкусные вещи для своих клиентов, для своих покупателей, то может быстро проиграть в конкурентной борьбе. Только на Дальнем Востоке на бизнес-класс зарегистрировалось 8400 человек. На очный курс во Владивостоке пришли более 170 человек. Все они либо владельцы своего дела, либо авторы интересных бизнес-идей, которые планируют воплотить в жизнь. У меня есть очень интересная идея. Я хотел ее вот как-то воплотить в жизни. И вы знаете, когда об этом думаешь, приходит информация. Вот мне позвонил друг, сказал: Роман, тут такой замечательный будет форум, приходи. И я пришел. Мы муниципальное предприятие закрываем, оно идет на ликвидацию. И у меня открывается возможность, начать что-то свое. Я вообще работаю бухгалтером. Отметим, что весь курс для участников абсолютно бесплатный. Катерина Матвеева, Андрей Макаров, новости на 8.